Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы посмотрим на картах Таро Россия. Россия, в чем твоя сила и в чем твоя слабость? Сейчас мы начинаем этот расклад. Моего мнения нет. Я каждую карту объясняю. Я не комментирую новости. Я просто читаю карты. Как вот легли, так и говорю. Так, теперь Россия. Вот она, Россия. В неизвестности, в черном квадрате Малевича. Карма. Теперь, в чем ее сила и в чем слабость России? Так. В чем сила и слабость? Так. Россия. При кармической задаче. Ее сила и ее слабость. Россия. Ее сила и ее слабость. Сейчас я положу карты все, чтобы потом не доставать 10 раз. Так, Россия, сила, слабость. Так, начинаем. Сила России в торможении. Тут смотрите, видите, сила в том, что отшельник, единоличность, единоличная фигура есть сила. Единоличная фигура, видите, отшельник. И в этом плане, смотрите, видите, тьма, да, он во тьме. Россия во тьме единолично оказалась сама для себя, и ей по силам пройти этот путь. Потому что отшельник, он идет, да, он шкандып-шкандып, но он идет в квадрат, он пробирается, ищет свет в своей судьбе. Ну, получается, Россия ищет. И чтобы найти силу, она не может, она заблудилась в черном квадрате. И в чем ее слабость? Слабость в том, что дураки есть, много дураков. И все они во тьме ходят. Смотрите, тьма, тьма, тьма. Получается, Россия заблудилась в трех соснах, можно так сказать. Раз сосна, два сосна, три сосна. И заблудившаяся Россия, где она силу свою потеряла и ищет, и слабость в ее дураках, есть то, что 13-й аркан, смотрите, это получается внутренняя борьба России, которая готовится вырваться из тьмы. Всадник апокалипсис. И очень скоро должно что-то свершиться. Это вырваться из тьмы. Шух, вот так вот сделать. Так, теперь сила. Сила император. Король Динарий – это богатый человек, который вместе с отшельником думает, как дальше действовать, вместе с другим дедушкой. Ну, тут пенсионный фонд, я хочу сказать, смотрите. Это богатые люди пенсионного возраста. Прям какой-то этот фараонство, там же все старики были в Древнем Египте. И вот этот, что-то у меня такая картинка вышла, слушайте, перед глазами. И вот эти пенсионеры, у которых есть сила, они заблудились в своей России, и в скорости что-то должно проясниться. И вот эти богатые люди держат эту Россию со своими деньгами. И тут, видите, тут тайная бумага, письмо.
Тут обсуждение тайных переговоров. Мужчина, мужчина, мужчина. А если так, то это тайна, это как бы из-под стола. А так вот открытая почта, зайди, вон, бери конверт, да? Но тут получается тайное послание этих ребят. Так, вот сила России. Теперь слабость в дураках. Их тоже тьма тьмущая. Это черный квадрат Малевича. Тьма тьмущая. Тоже заблудились о самой себе, самих себя. Да. И находясь в самих себя, они должны решить задачу, как защитить себя. Они должны себя защищать. И как это сделать, они тоже не знают, как действовать. Да. Теперь, чтобы что-то изменилось в России, сюрприз. Будет новые перемены. Сюрприз. Видите, да, 13 аркан. Очень быстро что-то должно согласоваться в России, где пенсионеры должны тайно проголосовать. Но я думаю, что это голосование у них там. И слабость дураков, которые должны теперь сами себя защитить. И видите, купец – это богатые люди, да? Деньги. А это голодранцы. Вот эти голодранцы, которые где-то там ходили, бродили. Смотрите, это путешественники, да, как бы торговцы. А так получается, ни гроша за душой, а граждане, слабость людей, нужно теперь защитить себя. Но приближаются большие перемены в России. Неожиданный сюрприз. Ну, слава Богу, как говорится. Значит, сила мудрости должна быть. Сейчас посмотрим. Теперь мудрость надо найти. Да, отшельник это хорошо, и то, знаете, набить себе шишки и быть оборванцем, да, где-то там, но при этом, знаете, вот эти вот люди, да, будем так говорить, этот пенсионный фонд, прибедняются, да, прибедняются, а у самих вот, получается, колыбки есть. Накопление. Так, теперь. Мудрость. Россия. Мудрость была. И найдется ли мудрость? Это, знаете, сказка рыбаки рыбки. Пошел дед, закинул невод, да, и он должен достать сюрприз. Что это такое? Что было? Была сила. Смотрите, вышла сила. Россия все-таки вырвется из тьмы. И чтобы поймать рыбку золотую, очень тяжело. Тянет вниз. Система тянет вниз. Видите, одни вот, отшельник, отшельник, отшельник. Когда повторяется карта Таро, одна и та же картинка, это подтверждающий факт, что сила затягивает, затягивает и не хочет перемен. Поэтому есть блуждание. Блудить, ходить, искать чего-то. И вот она, золотая рыбка. Солнце. Поняли, да? Наконец-то, правильно, я сказку вспомнила, значит, Пушкина. И закинул дед невод, и поймал он золотую рыбку. Вот так вот. Называется, приехали, наконец-то приехали. Дождались, дождались. Все будет хорошо. Священник вышел. На путь истины Россия будет вставать. На путь истины. Идя к нравственности, к совести и самому лучшему. А так получается, фараоны, фараоны, все эти люди пересмотрят свой взгляд и что тогда найдут. В глубине вот. Все, спасибо. Пишите комментарии. Очень интересные карты вышли. Все будет хорошо. Надо верить лучше россиянам. Все будет хорошо.
мудрость придет и нравственность придет, и сила России все-таки выйдет на рубеж. Всех благ, всего доброго.